Понька. Привет, друзья, как у вас дела, как настроение, чем занимаетесь? Хотя что-то мне подсказывает, что я знаю ответ на последний вопрос. Вы смотрите ролик по хаус-флипперу. Я угадала? Добро пожаловать в мой дом, я продолжаю делать ремонт уже в садике. И сейчас я хочу уложить последнюю плиточку, я думаю, что нам этого размера участка должно хватить. Сейчас мы обязательно с вами добавим гриль. Я вам говорила о том, что я хочу, чтобы у нас здесь был гриль, а значит, у нас здесь будет гриль. И я думаю, что гриль у нас вот здесь. Печь для пиццы, гриль. Какой нам тут лучше гриль поставить? Давайте посмотрим. Можно, конечно, взять вот этот. Слушайте, мне нравится. Мне он очень нравится. Давайте мы его разместим. И я бы еще, наверное, знаете, что разместила? Все-таки печь для пиццы. Вот сегодня я хочу приготовить пиццу. А где моя печь для пиццы? А печь для пиццы у нас вот здесь. И мы можем ее как раз вот здесь рядышком и разместить. Все, шикарно. Печь для пиццы есть. А можно приготовить пиццу? Нет, нельзя. Как обычно, обломали. Нам нужно взять мебель, зонтики, диваны. Кстати, зонтики. Ну, я не знаю, надо нам сейчас зонтик ставить, не надо. Давайте стол выберем. Маленький, мне кажется, вот этот вот террасный столик. Можно взять. А какой бы нам с вами стол взять? Простой, садовый? Не, я не хочу. Зачем мне лавка? Я стол еще, они мне лавку предлагают. Столик... Ну, в принципе, кстати, может вот этот взять? Стеклянный? Белый. Белый, ну не знаю, белый. Давайте лучше коричневый. О, коричневый кофе. Нет, не хочу. Давайте светло-коричневый. Стекло голубое или же черное. Давайте, наверное, голубое стекло. И здесь у нас пусть будет коричневый. Кстати, по размеру очень даже неплохой столик. Я предлагаю поставить его вот здесь. Все, прекрасно. Тогда нам нужны подходящие стулья. Подходящие. А что нам здесь подойдет? Какой нам взять стульчик? Слушайте, может вот такой стульчик взять? Возьмем тогда... По-моему, я угадала, какой нам нужен стул. Темно-серый, коричневый берем. А вот здесь у нас пусть будет... А давайте темно-коричневый. Ребята, мне нравится. Я предлагаю один стульчик поставить здесь. Второй мы так, знаете, небрежненько. У нас, как обычно, тут все должно быть небрежненько. Только мы с вами немножко... ну, не то чтобы протупили. Давайте возьмем, наверное, вот эту вот плиту. Я, наверное, чуть-чуть расширю. Вот в чем большой плюс такого вот большого участка... В том, что мы можем с вами спокойно расширяться, и не надо мебель переставлять. Но мы с вами здесь тогда можем поставить, например... Ну, в смысле, ты все сбил мне? Ну, почему коричневый кофе? Нет. Нам нужен темно-коричневый, и здесь у нас светло-коричневый. Нам бы желательно тогда, наверное, все-таки зонтик добавить, а то какое-то здесь пустое такое вот место, оно мне не нравится. Ставим тебя вот здесь, и можем посмотреть, что у нас есть из зонтиков. Зонтик. А есть такой вот, как Sims 4? Да! Это уточки? Блин, это пузыречки. Пузыречки, да? Ладно, мелкие цветы, снежно-голубой, красный. Наверное, возьмем зеленый тогда. Давайте возьмем зеленый. Ох, ничего себе, какой у нас здоровый здесь зонтик будет стоять. Я тебя разверну, и вот здесь я хочу тебя поставить. Аккуратно ставим. Ну, вдруг дождь пойдет, а у нас тут как раз зонтик стоит. Слушайте, а неплохо получилось, мне нравится. Хочу какой-то декор взять. Жаровни, скульптуры. Нет, это я точно не хочу. Мы с вами должны хоть какой-то расти... О, цветы в кувшине. Конечно, у нас здесь будут цветы в кувшине. Правда, почему-то у нас только один цвет этих цветов. Ну да ладно, ничего страшного. Можно какой-то взять коко-коврик. А есть у нас что-то такое, знаете, как будто бы плетеное, но не плетеное? Не, мне казалось, что что-то было welcome. Зачем мне тут... Можно сердечко постелить, но сердечко это будет немножко не то. Welcome, шмелком. Нет, это все не то. Ладно, будем тогда без какого-то классного коврика. Хотя можно взять вот такой тропический. Ну, давай посмотрим. Слушайте, а давайте тропический ковер. Он же у нас все-таки будет под зонтиком, а значит, не намокнет. Хотя мы с вами знаем, что здесь у нас дождя нет. А будет круто, если у нас потом появится здесь, например, ну, не то чтобы времена года. Ну, не знаю, правда, зачем нам здесь может быть погода, но мало ли. Вдруг понадобится. Так, мы с вами поставили, в принципе, уже все очень симпатично. Я бы добавила, может быть, какой-нибудь диванчик. Давайте мы посмотрим. Нет, досуг мне не надо, мебель. Можно, кстати, гамак, ребят. Нужно обязательно гамак. Не можно, а нужно обязательно. Но сначала хочу все-таки светло-коричневый. Давайте небольшой такой вот диванчик. Травянистые, бежевые полосы, великаны, листья. Давайте листья возьмем. Листья в цвет листьев. А здесь у нас будет, например, не... Ну, давайте вот такой вот коричневый. Мы его можем поставить, например, вот здесь. Но я думаю, что я чуть-чуточку сейчас расширю вот эту вот дорожку. Так, переходим к А, это покрытие. Я думаю, где у нас пол? Почему у нас пол пропал? Нет, пол у нас не пропал. Нам нужно вот это вот взять покрытие. Я, наверное, чуть-чуть здесь расширюсь. Давай посмотрим. Вот сюда, сюда
И я хочу сейчас выбрать место для гамака, друзья мои. У нас должен быть гамак. Без гамака у нас здесь не будет такой какой-то нормальный вариант. Все, мы тебя здесь поставим, можно просто посидеть, отдохнуть. Нужно, наверное, какой-нибудь светильник, а то как-то странно, что у нас тут нет освещения. Мы можем с вами взять вот эти вот лампочки, я их использовала вот там вот при входе. Так, поставим тебя вот здесь, в смысле, ставим, и сразу же можем повключать. Вот здесь давай, а ну стоять, раз, потом у нас здесь будет два, ну, чтобы, знаешь, ты такой ночью идешь. Так, мне нужно пойти пиццу приготовить. Где у меня пицца? Ага, вон я вижу 4 светильника, значит, здесь мы с вами готовим пиццу. Можно вот здесь в уголочке, хотя нет, в уголочке не хочу, давайте, может быть, здесь один, потом вот здесь... Вот здесь и, наверное, где-то вот здесь, потому что здесь у нас будет, кстати, поворот к дому. У нас нет соединения с домом, поэтому берем бетонную плиту. И мне кажется, что мы можем с вами аккуратненько вот здесь раз, потом два. Ну и здесь у нас третья плита. Все прекрасно. Ребята хотят кушать. Скорее всего, они хотят кушать. Давай-ка мы раз. Или воду. Нет, кушать. Заполнить водой. Ребята, у вас две миски, не переживайте. Бедняга Лесси подошла, ей не хватило, видимо, корма, поэтому она решила сначала водичку попить. Так, наполняем, наполняем. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас есть еще интересного из заданий. Ну, знаете, мне, в принципе, нравится. Мне нравится, как у нас тут все выглядит. Будем и дальше работать над нашим садиком, но нас ждут дела, друзья мои. Дела, очень важные дела. Переходим, кстати... На почте у нас с вами есть несколько заданий, которые мы должны выполнить. Потом у нас в браузере есть огромное количество домиков. Кстати, ребята, тут появился вот этот вот домик, который мне так нравится. Вот этот, очаровательная гавань. Я бы, честно говоря, его тоже потом отремонтировала. Но это все потом. Переходим вот сюда. И нас с вами ждет в погоне за мечтами. Рима и Джейк столкнулись друг с другом на любительском собрании. У них есть собаки, они купили или переехали. Нет, наверное, купили. Но судя по тому, что дом вроде выглядит нормально, скорее всего, они просто переехали. Давай посмотрим. Я надеюсь, что здесь не было никакого пожара, здесь не было никаких тараканов и прочей хурмы. Мы сейчас с вами увидим, что нас ждет внутри, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, тут будет какая-то грязь. Нам надоела наша однообразная жизнь. Компьютеры, бумажки, собрания, дедлайны. Хочется чего-то большего. Запах горящих покрышек, адреналин, скорость, атмосфера гонок. Какой дом классный. Доказательство, что мы лучшие. Поэтому мы уволились с наших работ. Еще одна причина – наши собаки. Мы любим с ними работать. Узнаете, откуда собаки, да? Здесь у нас больше места, чем та пара комнат, которая у нас была раньше. Почему бы не завести целую кучу австралийских овчарок? Какие хорошенькие. С ними это место станет маленьким раем. Ребята, это что, бассейн? Это что, бассейн там был? Или мне показалось? По-моему, бассейн. По-моему, этот дом просто бомба. А почему 3000? А что такой маленький... Скажите, вам тоже напоминает вот этот вот гараж шоколад? Шоколадная плитка. Плитка шоколада. Too Faced шоколадные палетки. Итак, уходим. Все, 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 все. Уходим. А то мы сейчас с вами проголодаемся. Итак, мы заходим, и нас с вами встречает вот такой вот дом. Слушайте, а что тут делать надо? Что тут нужно сделать? Здесь у нас банки. Здесь у нас закрутки. Кладовку мы не трогаем. Здесь батарейка. Какое-то оно все очень чистое. И меня это, знаете, немножко напрягает. Что здесь? Здесь выход на задний двор. На террасе делать нечего. Закрываем. Здесь... О, убрать мусор. Здесь все в порядке. Давайте телевизор включим, чтобы нам скучно не было. Можно еще музыку включить, не? Нет. Хорошо. В ванной нам ничего делать не надо. Здесь у нас, наверное, гараж. Да, у нас здесь гараж, но в гараже мы тоже ничего не делаем. Закрываем, говорю. Здесь у нас, я так понимаю, что что-то типа рабочего кабинета, но тут надо будет поубирать. Окей, оставляем дверь. Здесь спальня. Мне кажется, что мы тут должны будем окна, что ли, добавить, да? Наверное, окна. Мне кажется, мы окна в пол будем добавлять. Ну и, в принципе, все. Что нам нужно здесь делать? Модифицировать стены, уложить плитку. Ну ладно. Давай-ка мы, наверное, с плитки начнем. Я же правильно понимаю, что нам это все здесь нужно сделать, да? Ну, вроде как да. Нет? А, где-то мы с вами еще не уложили плитку. Плитка... Плитка, кис-кис-кис, ты где? А, вот здесь мы с вами не уложили. Все, прекрасно. Далее нам нужно модифицировать, продать предмет. Подождите, нам это все надо? А, нам надо вообще всю ку... Все понятно, почему мы тогда досочки продали. Все, да? В смысле? В смысле мы не продаем? Ну ладно, не хотите, как хотите. А, хлебницу. То есть что-то мы продаем, что-то мы не продаем. Чайник тоже нельзя продать, извините, пожалуйста. Продаем.
Значит, давайте смотреть. Раз у них тут все черное, тут у нас такой светлый оттенок дерева, здесь у нас темный. Может быть, тогда черную кухню взять? Ну, я не знаю, я пока еще не видела, что они хотят. Но мы сейчас выберем. Тебя тоже надо продать? Нет? А, ну тогда подождите, будем отталкиваться от столика. Раз они не хотят продавать стол, тогда будем от этого отталкиваться. Модифицировать стены. Подожди, давай начнем с того, что ты еще хочешь. Белая плитка. Ну, наверное, давайте начнем с белой плитки. Раз, два, три. И берем тебя. Готово. Давайте посмотрим, что они хотят здесь увидеть из мебели. Холодильник. Значит, смотрите, мне кажется, что у нас здесь должен быть, наверное, Нет, это не холодный дуб. Давай смотреть дальше. Может быть, это серая древесина? Ну, вроде как похоже на серую древесину. А может быть, это серый дуб? Нет, это серая древесина, ребят. Это серая древесина. Это не американский, не А может, холодный ясень? Не-не-не-не. Видите, это у нас серая древесина. Ну и тогда я думаю, что мы будем брать, наверное, вот такой вот светлый холодильник. Мне кажется, что другие нам сюда не подойдут. Я бы хотела, честно говоря, холодильник вот тут где-то бахнуть. Становись вот здесь. Посмотрим, что у нас с вами здесь еще. Высокий кухонный шкаф с микроволновкой. Серый дуб. Что мы с вами говорили? Серая древесина. Ручка. Не, тут должна быть светлая сталь, я думаю. Первый цвет. А так, в принципе, меня все устраивает. Дальше мы тебя вот здесь поставим. Далее, я так понимаю, что нам нужно очень много шкафчиков. Печь. Печь. Ребята, а где мы поставим с вами печь? Можно, кстати, печь вот здесь. А можно ее поставить... Давай посмотрим. Серая древесина тут у нас есть. Скажите, что она здесь есть светлый. Какой светлый коричневый? А, столешницу. Фу! Столешницу мы не трогаем. Можно взять светлую, кстати, столешницу. Серый дуб. Нет, серая древесина. Блин, ручки у нас тоже светлая сталь. Рама. Белый. Почему это белый? Это же не белый. Бежевый. Ребят, ну какой белый? Это же кремовый какой-то бежевый, но это не то. Ай, ладно. Ладно. Хорошо. Пусть будет так. Я хочу пока что тебя вот здесь разместить. Мы сейчас посмотрим. У нас тут есть какие-то угловые тумбы? Подождите. А, есть. Фух. Я только хотела сказать, что у нас, по-моему, тумбы нет угловой. Наверное, возьмем вот эту, что ли, тумбу. Столешница какая, я там сказала, светлая, да? Древесина у нас, понятное дело, что серая, и ручки будут светлая сталь. Мы тебя поставим... слушайте, я что, так идеально разместила? Ну, почти! Смотрите! Можно было бы, конечно, оставить вот этот промежуток, но ладно, мы же с вами нормальные, адекватные, мы же с вами все делаем как надо. Возьмем тогда светлые, потом у нас серый. Где у нас серая древесина? Ну, в принципе, нормально. Нормально. У нас как раз вот здесь становится раковина. Между прочим, посмотрите, выходит неплохо. Я только смотрю на вот эту вот раму у нашей плиты, и мне становится как-то не по себе, потому что она мне не нравится. А, нам нужно две? Слушайте, как интересно. Ставим вторую. Но, честно говоря, давайте, наверное, поменяем вот этот вот угловой шкаф. Объясняю, почему. Мы с вами взяли вот этот, по-моему, возьмем вот этот, потому что мне надо выровнять эти раковины, они смотрятся как-то странно. Берем светлые, серая древесина, и вот тут берем сталь. Все. Тогда нам придется сейчас передвинуть, конечно, тебя, уходи, включить свет, потом будем включать. Берем тебя, передвигаем, и тогда мы сможем хотя бы ровненько, ну вот смотрите, они же должны быть прямо под окном. Да, хорошо, что они магнитятся, ребята, как это хорошо. Все, смотрите, как шикарно. Берем тебя и ставим вот здесь, ну я имею в виду магнитятся к стенке. Нам нужно добавить несколько вот этих вот... Слушайте, травы давайте сразу разместим. Травки у нас будут здесь, это классика. У нас травки всегда на подоконнике, они такие, знаете, симпатичные. С одной стороны, вроде бы небольшие, но смотрятся очень здорово. Разворот тебя сюда ставим. И нам нужны еще одни травки. Вроде как ровно, да? Все красиво. Теперь мне нужно взять какой-то кухонный шкаф, я даже не знаю. Слушайте, давайте, может быть, мы их сейчас выставим. И потом уже будем туда-сюда переставлять, потому что я не уверена. Вот здесь мы сейчас поставим. И тут, наверное, нам нужен еще какой-то маленький, да, вот этот вот узкий. А, это высокий. Ах, вот оно что. Но мы его можем вот здесь, например, разместить. Вот тут в углу. Давай-ка тебя вот здесь вставим. И у нас с вами еще остается... это подвесной. Подвесной. Ну, хорошо. Пока что у меня, честно говоря, как-то не вырисовывается картина. То есть, может быть, я еще не все просто поставила. А можно тебя... Нет, тебя сюда нельзя. Класс! И сейчас, смотрите, у нас не будет узких шкафчиков, да? Или будет? Ребят, если у меня сейчас все влезет, то мы с вами просто гуру от этих всех ремонтов. Влезешь или нет? Да! Ты влез, а ты...
Ребята, вы посмотрите, мы с первого раза смогли кухню собрать. Ну как же не порадоваться-то? Как же лайк не поставить нашей главной героине, которая это все делает сейчас? Я хочу, наверное, шкафчик, блин, а где тебя повесить? Где нам этот шкафчик повесить? Давайте я возьму... Блин, оно все сбилось, как же это... Какой серый дуб? Сами вы серый дуб. Ладно, тебя мы повесим вот здесь. Крутила я эту кухню, крутила, и в итоге у меня получился вот такой вариант. Вообще, очень симпатично смотрелось, когда между вот этими шкафчиками находились вот эти ящики. Но тогда почему-то плита вообще не ставилась. Поэтому я решила, что пусть у нас пока что будет такой вариант. Здесь можно, кстати, какие-то полочки добавить. Но этим мы с вами займемся чуточку позже. Давай посмотрим. Здесь нам делать нечего. Здесь... Подождите, а мы с вами в подвале были? Нет, мы с вами еще в подвале не были. Подождите же, у нас же здесь бассейн. Я же вам говорила, что здесь классный бассейн, и мы почему-то его с вами не видели. Значит, там у нас проходов нет. Так, вылазь-то из бассейна. Здесь нам тоже делать нечего. Блин, ребята, как же здесь круто! А здесь у них сауна. Ну все. Ну все, я тоже хочу такой дом, ребят. Я думаю, что мы с вами обязательно себе еще и такой дом купим. Движемся вот сюда, здесь нам делать нечего. Так, потом у нас, по-моему, рабочий кабинет по плану, да? Давайте посмотрим. Значит, надо все это поубирать, убрать мусор. 33% мусора. Открыть, открыть, конечно, надо проветрить. А где еще? Кто тут еще мусор? Кто тут мусор? Ну, наверное, вот эти вот бумажки... И вот это вот все, наверное, надо поубирать, продать. А нам вообще это все надо попродавать? Серьезно? Подождите, а почему мы с вами все продаем? Мне как-то жалко. Телевизор, стеллаж. Продаем. Это тоже продаем. Вот это все надо продать. Наушники. Даже вот эти вот наклеечки, стикеры мы с вами продаем. Да ладно. Да ладно, мы что, от всего избавляемся? Не, часы мы не убираем. На вот этот шкаф надо тоже убрать, книги. А что вы хотите, чтобы я здесь разместила? Это тоже продаем. Установить штору. Да ладно, штору надо установить. Это мы с вами не убираем. Уложить. Ладно, давай смотреть. Темные панели. Окей, давай размещать. Раз, два, три. Все, прекрасно. Здесь нам нужно еще штору. Темную, правда, штору. Хотя, в принципе, она здесь вписывается неплохо, учитывая, что у нас здесь темный пол, светлые такие вот стены, темная штора. Ну, должно смотреться неплохо. Так. Слушайте, симпатично, даже бантики вписываются. А, здесь у нас должна быть кровать, здесь спальня. Все ясно. Потом можно взять пастельный розовый, раз у нас тут розовый и темный, подушки. Почему вот, подождите, почему нельзя розовый было выбрать? Подушки пастельные, розовые, тут у нас сетка, ну не знаю, сетка-соседка мне не очень нравится, кремовые, цветы, давайте может цветы возьмем, ну попробуем вот такой вариант. Где тебя поставить? Ну давай вот здесь, прикроватная тумбочка, лежанка, гардероб, давай наверное вот здесь даже разместим, посмотрим, сейчас наверное все двигать буду как обычно. Но так будет получше. Гардероб. Ну, конечно, куда уж нам с вами без Вуди? А что мы там с вами выбрали? Черная древесина, американский дуб, коричневый дуб, холодный, красный. Вы что, издеваетесь? Подождите, а что я выбрала? Подождите. А кровать у нас какая? А что у нас у кровати? Так, закрывайте мне это все, пожалуйста. А кровать-то у нас какая? Темный ясень. У меня нету темного... Вот почему в гардеробе нет темного ясеня? Вишня, шмишня, венге... А, подождите, холодный ясень, темный. Фух, ребята, есть темный ясень. Я уже перепугалась, что нам сейчас заново все нужно будет выбирать. Серый-серый. Так, смотрим, куда ты станешь. А ты у нас, наверное, станешь где-то, ну, вот здесь. Там можно как раз либо кактус, либо какой-нибудь светильник. Тумбочки. Ну, давай, тумбочка, обрадуй, что ты у нас тоже есть из ясеня. Светлая сталь, и мы тебя... Слушайте, вписывается хорошо-то. Крутись, крутись. Здесь становись. И тут... Ребят, ну глазомер мы просто с вами натренировали за эти годы. Я уже не знаю уж куда, точнее светлый. Почему? Подождите, ребят, посмотрите, пожалуйста, на вот этот вот квадратик. По-моему, он бордовый. Он не светлый, он бордовый. Ладно, будет розовый. Это розовый? А-а-а, ну ладно. Значит, с глазомером у меня все неплохо, а вот, по-моему, с цветами точно какая-то есть проблема. Так, ставим раз, ставим два. Нам нужен лежак для собаки. Мы тебя, наверное, вот тут в уголочке сможем разместить. Уходи, попу убирай. Так, все. Вот здесь можно тебя поставить. Еще нам нужно неоновую собаку. Собака неоновая, ты где будешь? А мы неоновую собаку можем повесить Эльку. Фиолетовый, розовый. Давайте белый, наверное. Белую собаку мы можем, наверное, где-то вот здесь. Можно было бы, конечно, над кроватью, но я думаю, что там лучше какой-нибудь...
не знаю, может быть, картинку повесить. Пастельный розовый, конечно. Ага, нас тут очень много, нам нужно целых 2 коврика. Возьмем тогда эсочку. У нас будет эсочка тут. Давайте-ка мы будем по тумбочке ориентироваться. Так, эсочка здесь. И эсочка, погоди, вот здесь. Как обычно, надо чуть-чуть передвинуть. Так, иди сюда. Эсочка! Эсочка! Да блин, чтоб тебя. Во, вот, идеально. Можно было бы еще, конечно, какую-то эсочку, но мне и так, в принципе, нравится. Давайте повесим какую-нибудь картину, а то я, как обычно, забуду, и потом мы с вами никакие картины здесь не повесим. Мы можем, кстати, вот эту вот траву поставить. А, трава, ты будешь у меня стоять вот здесь. Слушайте, это как мы с вами запрыгнули на батарею? Вот это мы с вами молодцы. Я хочу взять какое-нибудь узкое растение, еще, наверное, вот этот угол. Я же вам говорила, что у нас тут хоть что-нибудь. Кактус, куркума. Давайте посмотрим куркуму. Можно серебристые? Влезешь здесь? Ну, она какая-то одинокая, тут будет эта куркума. Давайте вот здесь у нас будет тогда куркума. А там надо что-то повыше. Можно, конечно, хавею взять, но такой вариант. О, сансевьерия. Ну, Даша, ну почему ты все время забываешь про сансевьерию? Сансевьерия сюда просто вот как должна быть здесь, да? Да? Все шикарно. Угол у нас здесь заполнен. Здесь, кстати, мы, наверное, не куркуму разместим. Куркума, ты не хочешь здесь пока постоять? Постой, я думаю, что ребятам понравится. Я хочу все-таки хоть какое-то зеркало. Ну как это без зеркала? Что это у нас будет за этот самый без зеркала? Спальня, да без зеркала. Темный ясень. Темный ясень, темный ясень. Все шикарно. Так, ставься. Вот так. Собаку, правда, немножко перекрыли. Собака, собака, поднимайся. Собака, поднимака. Тогда нам придется ее перевесить. Слушайте, а может... А, здесь нельзя, да? Тогда давайте мы с вами эту собаку... Не, мне не надо тебя. Я хочу собаку продать. Продавайте, собака. Мы, наверное, возьмем какого-то другого размера собаку. Продать мы с вами ее смогли. Задание, собака. Давайте эмочку. Белую эмочку. Давайте вот здесь повесим. Вот возле собаки будет собака. Логично, логика логичная. Мне нужно теперь взять декор. Картины. Картины. Silly Cat. Нет, Silly Cat мы брать с вами не будем. Мы возьмем. Можно взять картину. О, сансевьерия, ребята. Все, супер. Как раз картина сансевьерия. Кстати, очень красивое сочетание такого вот зеленого и розового. Смотрится здорово. И, кстати, еще одно вот это вот растение мы можем эмочку, например, вот здесь повесить. А? Смотрите, как неплохо-то получается. Я бы еще какой-то пуфик поставила. Ну не могу я без пуфиков. Ну что это без пуфиков? Как это? Спальня, прикроватные шкафчики, тумбочки, гардероб, столики, стульчики. О, мой любимый пуф, ребята, надо обязательно вот здесь будет пуфик. Смотрите, какой симпатичный. Ладно, движемся дальше. Это мы с вами все сделали. Где у нас еще задание? Вот здесь, по-моему, у нас задание. Продаем. Все продаем, тебя продаем, тебя, можно было просто перенести. Ты кто такая? По-моему, это стрелец, если я не ошибаюсь. Так, продаем, и тебя тоже продаем. Так, смотрим, что нам нужно здесь разместить. Открыть окно можно, но нам нужно поменять здесь, по-моему, окна. Уложить плитку. Хорошо, давай сначала плитку уложим. Готово, все. Тут что, будет ванная комната еще одна? А, здесь... Перепутала. Здесь продать батарея, сантехническая система. А, батареи тоже продаем. Короче, здесь, я так понимаю, что будет местечко для животных. А что еще надо продать? А, тебя надо продать? Окно Кевин, до свидания. Кевин! Покупаем раздвижные двери. Так, подождите, тройное окно и двери. А где у нас окна должны быть? Подождите, а надо вообще... Да погоди, ты не дергайся. Какой у нас вообще тут цвет? Белый. Окон у нас белый цвет, поэтому мы с вами берем белого Кевина, или ты не Кевин, а Кевин все-таки, Кевин, и мы с вами, наверное, да что ж ты так дергаешься, одно окно здесь разместим, а там, наверное, будет дверь, мне так кажется, мне кажется, что там должна быть дверь, не знаю, ребят, исправьте меня, если я ошиблась, все, вроде бы ровненько, да, размещаем, блин, как тут красиво, такой сразу вид из окон. И тогда здесь дверь, правильно? Правильно? Скажите, что я правильно все... Фух, ребят, ну вроде бы раз мы смогли поставить, значит все правильно. Нам теперь нужно... Ой, нам нужно 2 вертикальные батареи, нам нужно разместить здесь, получается, 2 вольера. Предлагаю, наверное, вот здесь батарею разместить, потому что, скорее всего, у нас один вольер здесь будет, а второй вольер вот здесь. Ну, я так примерно предполагаю. Я не гарантирую, что так у нас и будет, но мне кажется, что может так получиться. Хотя, с другой стороны, там у нас всего лишь 20 единиц этого бордюра, не бордюра, вы поняли, и, мне кажется, маловато. 20 домашнего вольера. Сколько у нас... Блин, да что ж такое? А, у нас 2...
Дверцы. Ну хорошо, давай посмотрим. Значит, я хочу, чтобы один у нас был вот здесь, наверное, вольер. Так, раз. Давай-ка поменьше, два. Маловато, конечно, хотя... Может быть и нормально. С этими вольерами у меня вышел самый настоящий квест. Потому что я хотела, чтобы их все-таки было два, раз у них две собаки. И мне нужно было как-то здесь разместить не только вольеры, но тут у нас должны быть и лежаки, и туалет, коврик, и поилки. И как это все здесь уместить, я не знаю вообще, влезет ли у нас сейчас здесь что-то или нет. Давайте посмотрим. Значит, светлый собачий матрас. Давайте, наверное, возьмем какого цвета? Голубой, голубой. Давайте, может быть... зеленый, бежевый. Давайте вот такой вот возьмем матрас. И ты у нас будешь лежать... Блин, вот где тебя разместить, понимаете? У нас места здесь действительно крайне мало. Видите, здесь он уже не влазит, все. Этот матрас еще влазит как-то, каким-то образом. Наверное, мы тебя, скорее всего, вот здесь разместим. Вот здесь. А вот здесь уже матрас не влазит, понимаете? Или влезешь? Влезешь? Матрас, удиви меня. Ну, вроде как влазит. Но, понимаете, нам желательно, наверное, еще сейчас что сделать? Нам, наверное, придется сейчас продать несколько вот этих вот прутьев. Так, мы тебя продаем, продаем, продаем. И, наверное, еще немножечко здесь добавить. Переходим в магазин. Мне нужен домашний вольер. Наверное, вот так мы с вами сейчас увеличим его. Раз, два. Потом у нас раз, два, три, четыре. Ну и здесь у нас какой-то, знаете, самый настоящий лабиринт получается. Потому что здесь я, наверное, размещу... Давай посмотрим задание. Кормушку. Возьмем, наверное... Давайте вот такую вот светло-голубую. Вот здесь у нас будет кормушка и поилка. Так, раз. И рядышком, наверное... Так, давай-ка две сразу кормушки возьмем. Тут они у нас будут находиться, например, вот здесь. Ставим раз. И, наверное, здесь у нас будет где-то поилка. Но поилка, я боюсь, что сейчас здесь не влезет. А можно тебя чуть-чуть... Да, можно передвинуть. Берем поилку. Давайте пусть она будет белого цвета. Так, разворачиваем. Раз. И тогда здесь вторая вот поилочка. Окей, это все влезло. Но у нас с вами здесь еще должен быть туалет-коврик, ребят. И я выделила место раз. И здесь у нас место два. Сейчас наверняка кто-то в комментариях смеется и говорит: «Даша, надо было один вольер для двух собак». Может быть и нужно было, я же не спорю. Тут я спорить даже не буду. Возможно, я ошиблась. А вдруг нет? А вдруг нет? А вдруг наоборот, нам как раз нужно было два? И, кстати, а где нам вот здесь дверцу-то разместить? Ребята, у нас первая проблема нарисовалась. Мы с вами, наверное, знаете, как сейчас сделаем? Мы, наверное, вот этот вольер сейчас тоже будем расширять. Или же мы сейчас с вами вообще переставим... Вот этот вот лежак, давай-ка мы тебя возьмем. Вот мы тебя вот так вот разворачиваем. Стой. Давай вот, подожди-ка, вот так как-то мы тебя развернем. Блин, ну тут у нас рядом туалет. Я же хотела как-то это все разнести. А нам, получается, не разрешили это все разнести. Так, переходим в магазин. Мне дверца попозже понадобится. Берем тебя и размещаем. Раз, два, три. Все, фух, прекрасно. Можно, конечно, еще раз взять, развернуть. Но тогда нам понятное дело, что негде будет дверцы размещать. Я правильно говорю, да? Ну, давай посмотрим. Ну, хоть где-то можно, но вот здесь, смотрите. Ну, идеально бы вписалось. Нет, не хочет. Ну, не хочешь, как хочешь. Тогда мы тебя берем, разворачиваем, ставим тебя вот здесь. И вот здесь мы можем добавить дверцу. Вот видите, ребят, какой у нас бывает геморрой. Так, тебя вот сюда. Еще нам нужна ванна для маленьких. Фух, я уже перепугалась, что сейчас будет еще ванна для больших. Тогда мы бы сказали: все, спасибо, до свидания, я не буду заканчивать этот заказ. Нам нужно бросить им палочку. Так, тебе будет вот такая вот палочка. Тебе будет теннисный мячик. Смотрите, как мы с вами по заборам ходим. По заборам. Тебя мячик должен радовать. И косточка вот такая вот яркая, красная. А тебя собачья игрушка. А между вот этими вот вольерами мы можем бросить вот эту вот уточку. Уточка, ты будешь у нас где-нибудь вот здесь. На подоконнике она не хочет лежать. Ну, не хочешь, как хочешь. Нам нужен коврик с узором собак. Можем как раз его вот здесь, например, разместить. Что, криво, да, Даш? Да нет, вроде бы не криво. И двойная подставка под ноги. Давайте возьмем темный ясень. А здесь у нас будет светло-голубой. Только куда тебя поставить? Вот теперь вопрос. А вот, ребята, вот. Вот здесь и должна была стоять вот эта вот подставка. Итак, давайте посмотрим, какой же у нас получился ремонт. И первая комната, куда мы с вами заходим, это кухня. Честно говоря, мне понравился цвет этого дерева. Вот только кирпичи, мне кажется, должны быть чуточку более серыми. Я добавила разный декор. И в целом, мне
мне очень даже нравится. Движемся дальше. Движемся, и следующая комната — это спальня. Вот такая вот уютная, симпатичная спаленка у нас получилась. Я тоже добавила всякий декор, растения, зеркало. И знаете, тоже смотрится вполне себе неплохо. Последняя комната, в которой мы с вами работали, это комната для питомцев. Каким-то чудом мы с вами смогли здесь разместить вот эти вольеры. И мне кажется, что собакам должно понравиться. Ну что, друзья мои, я думаю, что нам с вами пора отдавать этот дом. Нам могут за него 24 тысячи заплатить, ребята, 24. Ну, смотрите, симпатичная кухня, очень даже симпатичная. Это у нас местечко для животных. Здесь у нас дверь, кстати, я пыталась эту дверь даже переставить. Она не засчитывается, если эту дверь переставлять, она не считается как дверью из этой комнаты. Поэтому, увы и ах, пришлось мне с вот этими вольерами чуть больше повозиться. Но в целом, мне кажется, что получилось неплохо. Ну что, друзья мои, мы с вами возвращаемся к нам домой. Я так понимаю, что больше у нас вроде как заданий нет из этого дополнения. Давайте посмотрим. Карта заказов, да ладно, еще есть? Я думала, они уже закончились. У нас еще вот такой вот домик. И у нас есть еще, давай посмотрим, какой еще. Где-то внизу, да? Еще вот такой, изменение к лучшему. Я думаю, что это все мы с вами посмотрим уже в следующей серии. Если вам интересно, что будет дальше, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.